Вот в зале, вот поднимите руки, вот мужчины, поднимите руки, жигиттер. Так, а теперь поднимите руки, вот женгелер, кыздар, женщины, вот вас. А теперь давайте жигиттер, воу, да барахаля пырыкши, жигиттер. Ух ты. А ты тоже вместе? А теперь женгелер, кыздар, давайте женщины. Вообще везде сейчас много, да, женщин, да? Заметили, да, вообще женщин много. Вот мы сейчас женщины вообще все выбирает женщина. Да. Дом покупаешь, жена. Мы вообще там просто. Да пойдем в одну квартиру посмотри, мы посмотрели. Мы приходим, все мужики такие же. И нормально. Мы не ходим, не хотим ходить туда-сюда. Нормально. Не-не, не нормально. Давайте мы еще посмотрим. Рядом риэлтор же есть. Девушка и вдвоем ходит, уж месяц будет искать. Уж в конце концов вот этот риэлтор уж как будто сестренка уже остается. И нам постоянно звонит. Еще вот одну квартиру нашли, приезжай. Эй, нормально, вы сами купите, все, хватит давай. Мы не хотим, мы мужики такие. Все, дома мебель тоже женщина выбирает. Даже вот дастархан накрывает, все женщины выбирает. Даже нам костюм даже жены наши выбирает. Че ты постоянно в черном костюме? Давай что-нибудь светлое что-нибудь купим. И пойдем в какой-нибудь торговый дом. Мы рядом ходим, как ребенок-то их не там. Обычно ребенок ходит, что там какой-то там что-то хочет пить, что-то. Мы тоже с такой же что-то хотим пить, что-то. Давай, серый, да, серый. Я говорю, что серый, он же месяц, нормально. Давай это, черный. Черный же у тебя много, зачем черный? Вот эта женщина вообще не устает, я вообще удивляюсь, вообще не устает. Торговый дом заходит, да, вообще не устаете, вообще я удивляюсь. Рано просыпаетесь, еще поздно ложитесь. Как, когда вы отдыхаете, я вообще удивляюсь. Порой. Мы уже чуть-чуть что-то делаем, все, для мужика уже неделя отдых уже. А вы вообще не устаете. Вот торговый дом, любой ханшатар, мега. Почему думаю, да, первый круг просто делайте. Просто первый круг. Второй круг цены узнаете. Нет вообще у вас там круг и цены сразу нет. Нет. Потом третий круг начинает что-то покупать. Четвертый круг не успевает. Уже закрывается уже. Все равно прямо такая. Ладно, завтра приду. Прям спокойно вообще. Вообще женщины вообще молодцы. Вообще не устаете. Мы там сразу первый бутик покупаем оттуда. Все в раз быстро. Вы вообще молодцы. Все выбираете. Дастархан все выбирайте. Даже в гости кого-то звать. Вы же выбирайте, честно. Не мы. Список делайте. И нам показывайте. Как будто мы что-то решаем. Еще смотрим там. Своего друга ищешь там что-то. А где Мурат? Какой Мурат? Мурат, друг, служак. Какой Мурат? Служак Мурат. А Мурат 3 года назад где был вообще? Когда у тебя проблем был, где был Мурат? Он что, Мурат тебе звонил, что ли? Мурат тебя искал тогда, хотя у тебя как-то проблемы были? Мурат вообще тебя же вообще тогда же... А зачем тебя... Я, ладно, все, вычеркни, все, хватит. И вот так каждый раз на каждой гости мы теряем друзей. А когда 60 друга нету, среди кудалар сидим довольны. Друзей нету. Вот видите, все выбирает женщина. У нас только один выбор остался. Курбан айтта кой тандаймыз. Вот курбан байрамы только барана выбираем только. Все, остальные выборы нету. Нет, не все такие, конечно. Некоторые жигиттер прям так смотрят на меня. Не все. Есть, которые агалар, вот есть некоторые мужчины, сами выбирают. Но все равно у женщины есть вот это слово, которое прям убивает прямо. Я так и знала, Дегин. Ты не советуешь, что-то покупаешь, машину сломался, техника же. И жена говорит, я так и знала. Какой-то бизнес открываешь, я с Ренатом бизнес открываю, через месяц банкрот, и жена говорит, я так и знала. Я когда с Ренатом начинали, хотели открыть, я сразу знала с Ренатом уже, что вы банкрот скоро будете. А женщина в Африке, женщина тоже, да. Я вот удивляюсь, как это вообще? Женщина же не кусается же, как змея. Оказывается, у них есть яд. Они когда вдыхают... А нам вот этот через нос вот так заходит, мы незаметно и вот так потихоньку парализирует вообще парализует. Мы не замечаем этого. Вот, например, любая жена вот так говорит нам: давай квартиру поменяем,
Давай все же сейчас на левый берег же переезжать. Давай на левом берегу купим. А ты говоришь, потому что этот яд действует через 24 часа. Сразу не действует. Через 24 часа действует. А ты же сразу не действуешь. Ты же 3 года назад сказал же, давай в Самалы купим. За Ишимом, нормально. Там квартира хорошая. Все, потом не будем покупать. Чего ты прям постоянно уходишь на работу, вечером возвращаешься, 24 часа проходит, вот этот яд уже начинает действовать тебе. Ты уже идешь домой, тебе уже район начинает не нравиться уже. Уже район не знаешь. Раньше не заметил ты этого. Ты уже замечаешь уже. Заходишь в подъезд, как будто потолок низкий уже. Тебе уже как будто тесно уже. Тебе начинает уже не нравится все это. Домой заходишь, как будто вообще сыро что-то вообще. Что-то уже дверь, окно открываешь, там ничего нету смотреть. И вот так ходишь, она все это знает. Кухня там стоит, наблюдает прямо так. А ты ходишь, не знаешь, что делать, что-то тебе уже действует. И жене говоришь, ты это, давай посмотрим вот квартиру на левом берегу. Знаешь, уже она уже в курсе. Давай посмотрю, хорошо, узнаю, потом тебе скажу. Вот видите, яд не дает. И потом они вот, ой, у них яд вообще страшный вообще. Вот говорит, если хочет родственникам не общаться вообще, они 6 секунд. 6 секунд. И говорит тебе, старший брат сегодня... Лошадь режет, соком они делают. Можно же там пакет мяса принести? Когда мы что-то делаем, сразу прямо им даем. А что они нам не дают? 24 часа проходит. Ты уже начинаешь ненавидеть уже своих родственников уже. Они звонят, не поднимаешь до того. Мы этого не замечаем, знаете. У них яд вообще страшный вообще. Но не всем действует, конечно. Когда ты выпиваешь 100 грамм, там, приходишь, этот яд не действует. Потому что, когда делаешь, у нас своего яда хватает. Антияд. Когда пьяным заходишь домой, женщины никогда же ничего не говорят. Они знают, они специально ждут, чтобы утром ты просыпаешься, и в этот момент, сразу этот момент ждет. Вообще женщины, они вообще, знаете, вообще молодцы. Я люблю вот свою жену, я люблю вот, вот вас в зале, вот женщины, вообще молодцы. Вот, все вообще, вообще молодцы. Вот недавно у нас, вообще, когда женщины, знаете, когда поругаешься, когда мы мужчины как-то с женой, когда поругаемся, не знаю, почему у нас такая привычка, мы сразу дверь прям хлопаем, качай, сразу уходим, не знаем куда, и пивнушки или туда-сюда, или друзьям звоним, там, типа отпуск начинается, сами выходим, да, куда надо сходить, сразу телефон смотришь. А когда вот молодцы женщины, вот, да, когда поругаются, они никогда дверь хлопать, никуда не уходят. Они дома остаются, и они начинают генеральную уборку делать. Когда злые они, да, они генеральную уборку делают, там прям перестановку делают дома. Когда они злые, у них прямо, знаешь, сила 3-4 раза больше становится. Прям сам удивляюсь. У нас дома же, у всех же, все же такие, даже 4 мужика ели, когда диван домой принесли. Когда она злая, вот этот диван сама поднимает. Прям говоришь, помочь? Иди отсюда вообще. Ну ладно, все. Прямо диван туда, телевизор сюда, этот вообще туда. И там, когда зимой вообще, вот это же есть клем, палас, что это, правильно, палас? Палас прямо, обычно же 4-3 мужика должны же вот это, она сама прямо, прям сила много. Знаете, когда женщины, когда злые, они перестановку делают. Вообще, казахтың әйелдердегі мықты, Алия, Мәншік, Памиристердің ұрпақтары. Потомки Алия, героев, наши вообще казахские женщины, вообще все женщины вообще всегда вот своих мужей вот так поднимают вообще. Вот наш вот кормилец, наш вообще, вообще молодец, вот так вот поднимает и снизу сами командует. Спасибо большое. Рахмет.
Рахмет, спасибо. Вообще получается вообще? Рахмет, спасибо большое. Я вообще в детстве, я вообще много мечтаю. Я, если честно, 20 лет назад, в 2000 году, я вообще уральский. Я в 96 году закончил школу, 4 года я в ауле был. Я вообще-то помощник чабана был. Да, я баран пас. 4 года, представляете, помощник чабана. Зря ушел. Сейчас уже старшим был бы. Я тогда вот постоянно, вот баз жизнь, да, баз, да? Коран Төбес. Баз? Коран Төбесі? Ну, где там бараны? Крыша сарая. Крыша, да. Сарай, это же есік алдындағымыз ба? Ну, окей. Ладно, поняли, да, где бараны? Крыша фермы. Ну, да, ферма, да. Баз, да? Да, баз. Вот, біліп отырғой бәрі. Там крыша сидел. 15 километров с нашего аула. Утром обычно, когда же, не знаю, чистый бывает, да? Аул видно. В обеде не видно, не знаю почему. Или утром все, земля ровно становится, не знаю. И постоянно я вот так смотрел, и у меня была мечта. Я всегда говорил, я не останусь здесь. Я когда-нибудь на большой сцене буду выступать. Я постоянно на лошади сидел, и всем баранам, я не буду показывать всем, всем баранам концерт ставил вообще. Честно. Я закрывал глаза, себя объявил всегда. Встречайте Тұрсынбек Кабатов. И там прямо, я смотрю, ну тогда же по телевизору только Алматы, Республика Сарай же постоянно показывали. Дворец Республика Алматы. Я чувствовал себя там на сцене стою, и зрители меня хлопают, приветствуют. Я вот так открываю глаза. И тогда у меня 3-4 монолога было, я пародии делаю, и все смеются. А сейчас я точно такой же, это как дежавю уже говорят, да? Когда каждый раз открываю глаза, на сцену выхожу, всегда хлопает. Вот видите, вот, мечта сбывается. Вот каждый, у каждого человека есть какой-то талант неоткрытый. Каждый должен вообще стараться. Мы всегда дома сидим и не хотим работать. Дай, дай, что-то давай. Надо работать. Надо просто говорят, что вот в Коране написано, «Сен маған бір қадам жүрсің, мен саған қарай он қадам жүрем», дейді. «Сен маған қарай он қадам істесең, мен саған қарай жүгірем», деген дейді. Сонда адам любой нәрсені, мен қазақ сөйлеп кеттім. Человек надо, привычный просто, человек надо, самый главный, стараться, пытаться надо что-то сделать. Остальное сами узнают, вот так китеврят, да? Надо не бояться, у нас есть такое, у казахов, давай вот это сделаем, ой, кто будет покупать? Эй, вот это, ой, кто будет ходить? Вот это сами себя постоянно. Вот я вот честно, 10 дней, тогда был в 2000 году, год поддержки культуры, тогда был в ауле какой-то конкурс, я участвовал, первое место занял, район, там занимаю первое место, прихожу в Уральск, областной конкурс, первое место, приехал в Астану, международный конкурс Шабыт, и там тоже первое место, и меня оставляют тогда... Спасибо большое. И тогда, помните, раньше, в 2000 году, 25 ноября был День Республики. Я вот 25 октября. Да-да, 25 октября, да? Да, уже забыли, оказывается. 25 октября был День Республики. Я 23-го конкурсе участвовал, и 25 октября День Республики, представляете, перед президентом уже выступаю, монолог. За 10 дней сидел на базе крыши, через 10 дней перед президентом. Представляете, человек, как можно вообще? Алланың қалауымен, да?